30 мая в Донецкой филармонии лучшие мировые хиты. Уникальное звучание нашумевших композиций из репертуара The Prodigy, Pink Floyd, Rammstein, Shock and Blue и других звезд. На сцене молодежный оркестр народных инструментов под руководством Александра Малиновского. Фолк-бенд «Русский акцент» под руководством Олега Просвирина. Вокалисты Кристина Ушанова, Анастасия Гладыш и Николай Бобровский. Подробности в кассе и на сайте филармонии.